Здравствуйте, друзья, доброе утро. Пол седьмого утра. Мы подходим медленно, так тихонечко, подходим к мексиканскому берегу. Город там называется Хуатулко. Ну что, друзья, мы в боевой готовности. И вот Света на меня посмотрела и вспомнила фильм, там, где... Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука, где Андрей Миронов говорит «Руссо туристо, облико морали». Вот, и вот это вот я. А какая красота вокруг. Да. Вот мы уже приезжаем. Очень здорово. И главное, не жарко пока. Пока не жарко. Я надеюсь, что будет там выше 30 градусов сегодня по Цельсию. Ну что, друзья, скоро начнется наша экскурсия. Вот вы видите группу, которая будет в автобусе. Много-много лодочек тут. Висит там красный флаг, что сегодня нет навигации, потому что ветер, что-то, какие-то погодные условия. Да, тут нам по дороге много интересного рассказывают. Вот этот вот Хуатулко, вот, он состоит из 9 заливов. И еще много чего тут. 22 мили береговая линия. Где-то вот последние лет там 40 это все развивается, построили хайвей, и развивается туристическая индустрия. Деньги вкладываются. Сейчас тут где-то 3000 гостиничных номеров, 2 миллиона туристов в год. Это экологическая такая зона, здесь нет абсолютно никакого загрязнения ни на пляжах, ни в воздухе, нигде, ничего нельзя такого безобразничать тут. Мы тут остановились в красивом месте, тут река, и океан, и горы, и все так очень-очень мило. Вы видите виллы, тут легко может стоить $1 миллион, например, с видом на океан. Вот, может быть, чуть получше позицию я занял, показать вам. Вот и Иисус, и апостолы тоже. Какие замечательные лица, вот, с точки зрения художника, были у евреев, живших вот во времена Иисуса. Ты посмотри на них. Вот улочка, так, в даунтауне, можно сказать. И, посмотрите, как трогательно. Тут вот сверху балкончик там. Посмотрите, как трогательно. Кафешка такая вот. Собственно, даже не кафешка, это, видимо, проход. Но проход под кафешку. Вы видите, это такой материал на местности популярный. Вот черная глина. Вот они из нее делают. Ну, миленько, миленько. Вы, друзья, видите мексиканская улочка? Вот. Мне вот это напоминает, ну, сами знаете, мы все привычные. Вот. Вот она, мексиканская улочка. О, красавец-то, смотри. Да. Мексика, друзья. Часть нашей программы, друзья, это вот еда аутентичная. Мы зашли в такой ресторанчик. Ну, точнее, не то, что мы зашли, нас завезли в такой вот ресторанчик. Вот выдали нам все это местное, свеженькое, как бы вот из местных продуктов. Ну, не знаю, попробуем. Вот с этой позиции, друзья, откуда я съемку веду, видно хорошо, во-первых, наш корабль, тут он стоит. И, во-вторых, видно разные заливчики. Вот видите, один залив, другой залив, там третий, вот там дальше. В эту сторону. Так. Ну вот такой берег. Хорошо. Вот он наш лайнер. Мы возвращаемся с экскурсии. А вот песочек. И вот пляж. И тут все прямо вот прямо тут. И перекусить тут можно. Вот тут
ресторации. Ну, зачем, с другой стороны, зачем нашему человеку с корабля перекусывать на берегу?